28-летний Брэндон Дженнер, Брэндон Джена, празднует прибавление в семействе. Возлюбленная музыканта, Келли Стокер, родила от него близнецов. Родной брат Кайли и Кендалл Дженнер чуть больше года назад развелся с Леей Фелтер, в браке с которой прожил 14 лет. Девушка была его школьной любовью. От этого союза у мужчины осталась 3-летняя дочь Ева. Девочка с восторгом встретила появление сразу двух братьев. Пара сообщила о беременности Кейли, когда она была на 12-й неделе. Только в прошлом месяце влюбленные сыграли тайную свадьбу в Санта-Барбаре.